Две первые версии Swag наделали немало шума в вейперском сообществе, и ребята из компании Vaporeza поняли, что останавливаться нельзя и нужно дальше радовать людей. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. И сейчас я расскажу вам про новую версию Vaporeza Swag под названием PX80. Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой стороне изображен логотип компании, есть название устройства и изображен сам девайс. На противоположной стороне все как всегда, технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, мы сразу же видим конверт черного цвета с логотипом Vaporeza. Под конвертом разместился сам мод в собранном состоянии с предустановленным картриджем, два испарителя на сетке на 0,2 и 0,3 Ом и кабель USB Type-C. Корпус выполнен из цинкового сплава, эко-кожи и пластика. В руке лежит действительно удобно и обладает приятной тяжестью. С самого старта производитель представил нам 5 различных расцветок, но меняться будет исключительно цвет эко-кожи. Сам мод будет всегда цвет Gunmetal. На панели управления находится довольно большая и удобная кнопка Fire, чуть ниже разместились кнопки управления плюс и минус, и еще ниже находится порт USB Type-C. В верхней части находится два довольно больших отверстия обдува. На боковой панели, а именно там, где находится карбон, спрятался информативный экран. В выключенном состоянии вы его никогда не заметите, но как только нажмете на кнопку Fire, плюс или минус, он сразу же появится. В верхней части разместилась крышка аккумуляторного отсека. Она обладает удобными насечками и большой резьбой, что облегчает ее закручивание. Данный девайс работает на аккумуляторах формата 18650. Устанавливаются они плюсом вниз. Ну и теперь пришло время поговорить о картридже. Он крепится к корпусу мода при помощи 4 очень мощных магнитов. Установить сюда другой атомайзер можно, но для начала нужно найти адаптер с 510 коннектором. Объем бака может быть либо 2, либо 4 мл. Все зависит от версии устройства. Работает он на сменных испарителях на сетке. Кстати, испарители в нем можно поменять даже при полном баке, поскольку здесь организована очень интересная система по замене испарителей. Для того, чтобы поставить сюда испаритель, нужно сначала поднять дриптип, повернуть его по часовой стрелке и установить испаритель. Испарители, кстати, устанавливаются очень плотно, что полностью исключает любую протечку. Для того, чтобы достать испаритель, нужно повернуть дриптип против часовой стрелки и нажать на него. В моде есть всего 3 режима. Варивад, настройка мощности и Smart Варивад, то есть девайс сам подстраивает мощность под испаритель. Максимальная мощность у этого малыша 80 Вт. Данный девайс отлично подойдет всем тем, кто только начинает знакомиться с вейпингом. Во-первых, у него сменные аккумуляторы, во-вторых, у него большая мощность, ну и в-третьих, он обладает регулировкой обдува и довольно вкусными картриджами. Я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. С вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.